Вот, посмотрите, в прошлом году дольщикам наконец-то выдали квартиру в новом квартале от Стройарта, который погорел 10 лет назад. И посмотрите, куда заселили дольщиков. Темнота кругом, фонари стоят, но не горят. Ни одного фонаря не подключили. Машины воруют, людей насилуют. Непонятно вообще, как тут жить. Зимой идешь, темень ужасная. Хорошо сейчас лето еще, темнеет поздно. А так зимой идешь, 5 часов уже темно. И никому дела нет. Вот у нашей власти двойные стандарты какие. Одни спихивают на других, и результата ноль. Никому ничего и не надо.